Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Тристан, мы продолжаем играть в игру под названием Тривиадор Раша, а вернее просто Тривиадор, перезагрузка, и я такой подумал, а чем бы, собственно, свой мозг не потренировать? Почему бы не сделать месяц одной игры, например, целый месяц играть в Тривиадор, а? Чтобы ролики просто-напросто не пропадали. Но и при этом подписчики, которые также любят интеллектуальные игры, сыграть, посмотреть то, как Тристан и другие видеоблогеры пополняют свои знания. И, конечно же, собственно, пополнять вместе с нами. Поэтому сегодня я объявляю начало нашей недели. И до конца декабря мы сыграем с вами в Тривиадор Раша, при этом не забывая чередовать с игрой Мафия Онлайн. Поэтому, если вы ждали Мафия Онлайн, я обязательно запишу и договорюсь с одним из моих подписчиков, и мы сыграем обязательно в данную игру. А сейчас ждем начала игры. А, собственно, ждать уже нечего, и так уже все успешно загрузилось. Итак, погнали! Отвечаем на наши вопросики. Ой. Я плохо помню материал, на самом деле, поэтому то, что я не ответил на этот вопрос, на мой взгляд, очень даже справедливо. Так. Так, вот сейчас нужно правильно отвечать на вопрос. Ай-яй-яй. 5. Фу, чё-то мне вообще не везет, ребята. Слишком сильно тороплюсь, вот поэтому и проигрываю часто. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем. Прошу прощения за долгую задержечку. Я решил просто-напросто поставить на зарядку свой телефон. Ибо если бы 30 минут не хватило, я бы все равно, что называется, проиграл бы. Ну что ж, синего мы... территорию отжали. Государство. Легкотня. Так, вот сейчас теперь самое интересное. Ух, я был близок, да ладно. Фух, я ведь помню эти события, по истории Франции хорошо учил. Так, неужели? Ой, слово хирургия из греческого переводится как рукоделие. Хиро и Урге. Он этого не знал. Все с ним ясно. Ну что ж. Так, а синий от меня не отстает. Ну ладно. Какое слово чаще всего используется в языке? Блин. Я хотел вар нажать! Вот вы представляете, я хотел вар нажать, но почему-то у меня этого не вышло. Ну ладно. С какого металла обычно делать нити накаливания? Ну... но это изи вопрос. Так, следующий вопрос. Какой, сколько раз у них... Та-та-та-та... 4. 3. 2 вообще. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. 2 раза всего. Да ну, я не верю. Такая титулованная спортсменка и всего 2 раза? Да ни за что не поверю. Кем была героиня? Ой, блин. Правдом. Да. Так, дальше. Сколько цветов? 4. Фух, угадал. Так, уже который раз защищаюсь от синего. Ну, будет второе место, я буду только рад. Так, ну хотя бы, ну, нужно от синего немножечко оторваться. Чьи образы на фреске «Тайный вечер» или Леонардо да Винчи писал это одного и того же человека? Так, по-моему, Иисус Христос и Иуда Искариот. Да. Так, дальше. В каком году выпустили первый российский автомобиль? Я что, помню, что ли? Наугад. Когда Россия была, существовала. Вы серьезно? Как я так смог это сделать, я не понимаю. Так, какой город является столицей Бурунди? Божумбра, естественно. Он и это знает.
Кто это, что такое? Так, дальше. Ну, это американская экономика Черной Пантеры. 1956. Ну, гад. Да я практически близок. Серьезно, ребят. Так. Ну что ж, окончательно давайте затопим зеленого. Какое слово происходит от латинского слова уксус? Уксус. Спирт. Ацетон. Я этого не знал, кстати. А зеленый знал. У меня такое ощущение, что зеленый уже когда-то однажды играл в ЧКК. Ладно. В каких единицах давление измерить нельзя? В молях. Естественно. Ну, конечно. В каких паскалях? Паскалях как раз давление измеряет, дурень. Ой-ой-ой-ой. Так, какая птица? Опять же изи вопрос. Победа, ребята. Это все. Та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам. Вернемся через несколько секунд. Итак, мы продолжаем, ребята. Поскольку нам удалось в краткой кампании так быстро все завоевать, давайте реабилитируем свои силы в Альянсе. Поэтому я хочу победить в Альянсе. Я хочу выиграть Альянс. Пожалуйста, кто-нибудь, появитесь сюда. Получи 14 звезд. 2 я уже успел получить. Играйте 7 дней подряд. Очень здорово. Итак. Предопределяет первую свою территорию Черный Лорд. Итак, сейчас очередь синего. Отлично. Естественно, я сюда. Меня нет выбора. Ага. Рандом еще свое применяет. Ну ладно, окей, хорошо. Почему бы и, собственно, и нет? Вот так. Так, ну у Лорда шансов защитить свою территорию гораздо больше, нежели у меня, потому что он вокруг... Ты просто так что не нажимаешься? Ну ладно, окей. О, так. Это интересно, ребята. Пока синий там защищал свою территорию. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну что ж. Оп. И пусть только попробует сейчас свою территорию, но выхода не было. Ну что же, поехали по вопросам, ребята. Гаймарова пазуха. Но в верхней челюсти. Ай-яй-яй, синий ошибся. Как же так? Так. Ну это я исправляю в срочном порядке. Естественно. Так. В каком городе проходили Олимпийские игры, названные, на том написано М. Так, МЦМ 1960-й. Я не помню. В Риме. Угадал! Угадал. Так, защищаем по полной свою территорию. Так, синий, ты тоже защищайся. Так. Так, по-любому синий разрушит. Да. Жаль. Жалко. Так, нужно сейчас отвечать правильно. Кто из этих известных людей в свое время был мужем Гурченко? Ой. А я не помню. Гамаев. Жаль. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, теряем позиции, чуваки. Как же плохо. Как выглядит венский стол? Из гнутого дерева. Конечно. Ну, конечно. Так, ну мы с ним по одному разу ошиблись. Да, по одному разу ошиблись. И снова возвращаемся в свои позиции. Только, пожалуйста, нужно отвечать правильно. Так. Строки из какого произведения Пушкина выгравированы на памятнике постановки через века? Ну вот, ну почему? Пусть будет медный всадник. Угадал! Замечательно. Так, но он при этом спас своего товарища. Угу. Где в одно место? Я тебе не позволю свою территорию просто так вот разрушить. Вот раствор растительного сырья, хлеба или сода, предназначенного сбраживанию. Пиво. Сусло. Конечно.
Какая квашня, какая закваска? Ну, конечно, сусло. Так, ну пока что у нас ситуация весьма изменчивая и инконстантная. Полностью так, английское кинг-государство расположено в российский город Багратионовск. Ё-моё! Польша. Калининград, кто будет. Угадал! О-хо-хо-хо! Замечательно. Так, ну что ж, нам пока что... Пока что нам бьют! А я не могу? Блин. Ё, надо было туда идти! Йоу! Ну ладно, окей. Какая из этих стран является арсеналом ядерного оружия? Когда-то я это знал хорошо. Франция. Я угадал. Фу. Вот Германия была бы подвохом, ребята. Я вот просто вспомнил, что... Так, а ну-ка, пощешу, сейчас мы дадим врагу. Ты дай, пожалуйста. О, красавчик, защитил. Где наш? Как ты посмел? Что означает имя Люцифер в переводе с латыни? Люцифер. Светоносный. Конечно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вот говно, как ты посмел. Но ничего, ничего, у нас есть еще шанс. Атакуй! Каким образом я тебя атаковать буду? Куб, который, как любой перелепи, представляет из себя... Тьфу! Я что знаю, что я? Октайдер. Тиксайдер, да ладно! Да ну нахрен, ты серьезно? Это с какого перепугу? Гексайдер. Шесть граней. Ладно, понял свою ошибку. Жаль, жаль, жаль. Что-то альянс вообще, ребят, у нас с вами не идет. Никак не понимаю, с чем связано, как это... Так, ну ладно, будем считать, что нам просто не повезло. Ну что же, давайте попробуем воспользоваться вторым шансом и сыграем в альянс еще раз. Воспользуемся той же тактикой, которой мы играли. Так, ну естественно, игра запрограммирована таким образом, чтобы дальнего нашего лорда засунуть в дальнюю задницу. Спасибо ему за это большое. Так, ну только не ко мне, пожалуйста. Я тебе сказал, не ко мне. Ничего не понимает. Дебил. Ну ладно. А, у нас Церхов. Это у нас чех попался. Ну ладно. Так. Ага, обезопасил себя. Ну, хотя да, стоило бы, стоило бы. А вот, допустим, к нему подобраться не судьба будет? Жалко. А вот я, пожалуй, сюда подойду. Вот такой-то я рисковый парень. Раз ты у меня всю территорию обокрал, гаденыш, то будет так, чтобы я... Нет выбора, что называется. Ты защищай свою территорию, дорогой мой друг. Ага. Блин, ё-моё. Так, вот в первую очередь сейчас уничтожай черного на своей территории. В первую очередь. Вроде на красной губной помады. Я не знаю. Египет. Еее! Да ладно, я угадал. Как я так сделал? Непонятно. Уничтожай черного у своей... Надо было у своего, у себя уничтожить. Ты что, совсем, что ли, офигел? Ничего не понимаю. Так, ну ладно. То есть ниже перечисленных был скульптором. Радан. Разумеется, конечно. А сейчас внимательно, синий, я тебя очень прошу. Уничтожь вот эту свою территорию. Так, молодец. Тут можно... ну ладно, окей. Так, кто такой обсерщик? Так, человек наносит на спичку серу, частичек мостов, человек добывающий серу из минералов. Человек добывающий. Нет! Неужели мастер? Он наносит на спички серу. Ах ты ж, йоу. Ах ты ж обсерщик.
Как ты посмел нас обсеять по полной программе? Ну ладно. Реабилитируемся. В столице какого из этих... Это город Дакар. Сенегала. Конечно. Блин, вот с обсерщиком реально... Молодец. Молодец. Отлично. Так, ну сейчас обязательно надо реабилитироваться. Вот пусть только попробуй сейчас об... Красава. Молодец. Сокотника, ребята. Этот монарх был старым проклятым королем во Франции, Дриона, железный король. Ай-яй-яй-яй-яй. Красивый пусть будет. Угадал, я его спас. Хотя нет. А может и да. Кто его знает. Блин, нет, 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 нельзя. Нельзя сюда, уйди отсюда. Скотина. Какой из этих писателей не эмигрировал из России после революции 1917 года? Маяковский эмигрировал, Бунин эмигрировал, Горький... Горький не эмигрировал, это точно. Эмигрировал! Маяковский эмигрировал, вот тебе раз. Все. Минус раз, минус два. Нет, минус два, да что ж такое-то? Так, нужно срочно, так, ну, пингвин, туф, господи, ну, как меня? Синий, пожалуйста, ответь правильно. Красава, молодец. Все. Так, нужно сейчас защищать территорию по полной программе, пожалуйста. О, меня защитил. Блин. Так, нет, ты, лорд, не сможешь. Какая из этих птиц поет не только днем, но и ночью. Откуда я мог знать, что соловей тоже дочь? Ты иди ты нафиг, короче. Вот болванище-то, а? Ни одно так другое, никак альянс мне не хочет. Ну-ка, еще раз попробуй. На этот раз мы сейчас сделаем вот, если я в третий раз не выиграю подряд, то я перехожу и два раза беру реванш на короткой кампании. Если это не произойдет, я буду злиться. Только пожалуйста, я очень прошу, пожалуйста. Ага, нам Румен достался. Так, ну что ж. Первый, естественно, ход черный наш ролик. А, я синий, ё-моё. Блин, я думал... Привет, всем удачи. Конечно. Привет, всем удачи. Хорошо. Молодец. Только не ко мне, пожалуйста. Так, хорошо. Ну нет, надо по-любому обстраивать сначала себя, защищать, а потом уже нападать на врагов. Так. Блин, вот так вот сделаем. А ну и ладно, действительно. Больно уж надо. Так, сейчас зеленый делает ход. Угу. Так. Куда же сейчас делает ход черный? Сделал. Так. Ага. Зеленый. И все. Так, ну если сейчас мы опять совершим третью фиаско подряд, то это будет очень плохо. Как называется территория нового государства, окруженная со всех сторон территории другого государства? Анклавы. Конечно. Но зеленый опять прогапсерился, что называется. И опять сейчас буду я его тащить. Но это что такое? Да конечно. Да конечно. На территории какой современной страны произошла битва при Лесной? Ну я будто знаю. Россия. Беларусь. Откуда же я знал-то? Хотя это, в принципе, вопросы на мировую историю. Блин, ну, вопросы реально адские. То есть они, с одной стороны, очень даже направлены на... Хорошо, что не на вашу пошел, это уже радует. Так, где жил Минотавр? В лабиринте, в Кносийском в лабиринте. Конечно. Ну, разумеется, конечно. Но здесь иначе иного выхода быть был, не должно быть. Вот. Так, ну окей. Говно.
Ну ладно, пусть будет так. Как на биржевом жаргоне звучит миллиард? Ярды. Вот у меня между мили и ярдом как раз у меня возникало сомнение. Нет, 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 я хочу обстроить. Защищаю. Пошел вон. Ты, я тебе не позволю уничтожить наш замок. Какой-то всегда живородящее. Ай-яй-яй-яй. Дельфин. Вот я не очень люблю биологию в школе, поэтому я не ответил на простейший вопрос. Так, вот сейчас срочно нужно спасать башню соперника, вернее, нашего друга. Пожалуйста, мой друг, я понимаю, что тебе очень тяжело, но надо делать. Как он это сделал? Как ты посмел это сделать? Так, называется футболист, который безупречно владеет техникой обработки мяча. Дриблер, конечно. Ой, вот фулбэк, страйкер, стропер. Ой, ребят, это вот вообще всякая бяка, я вообще в ней во всякой байке не разбираюсь. Не могу воспользоваться. Жаль. Отлично. Так, держимся, ребят, держимся. Кого ли чего было жалко Шурику из кинофильма? Птичку жалко. Естественно. Только зеленый не профигарь свой шанс. Молодец. Так, зеленый. Вроде как. Только пожалуйста. Хорошо. Ага, по одному рогу залетел. Отлично. На упаковке с какой группой чаще всего встречается? Греча. Естественно. Ну вот, я думаю, сейчас мы дадим этому лашпендеру по щам. Естественно, я хочу тебе нанести урон. Ну, дело. Так. Ну и последний раунд. Главное. Проставь башню. Хорошо. В каком городе находится театр Ла Скала? Рим. Нет! Милан! Да ладно. Серьезно, что ли? Только, пожалуйста, я тебя прошу. Не сметь на нашу территорию нападать. Мы должны додержаться. Я как поставлю тебе башню? Как называлась денежная единица Германии до перехода на евро? Немецкая марка. И пусть только попробует что-то сказать, что это неверный ответ. Гад. Нет. Нет, я тебе не дам этой возможности. Атаковать. Все. Все. Это был хороший раунд, но не самый лучший. Ну что ж, ребята, это было очень жестко, это было классно, но опять же это не заслуживает права на то, чтобы так жестко проигрывать. Ну что ж. Давайте теперь ждать нашей очереди. И если я в этой сейчас катке выигрываю, то на этом я заканчиваю, собственно, нашу первую игру месяца игр по нашей игре Тривиада Раша. Конечно, софтологичил очень даже неплохо. Ну да ладно, окей. Так, сколько бастионов имеет Павловская крепость? Бастионов 6. Как я это сейчас это сделал, просто не знаю. Так, кто у нас там? Синий! Йоу, синий нельзя. Подошел отсюда. Это моя территория. В каком веке умер Шекспир? В 17-м. Разумеется, конечно. Так, окей. Так, опять синий? Нет, красный на этот раз. Так, ну нет, надо себя оградить по полной программе. Вот где диагональ можно нарисовать с помощью вершины, например, ну, шестиугольника. О, 6. А, прошу прощения. Все время путаю диагонали и полудиагонали, ну, радиусы.
Там радиус действительно было 6. 3 диагонали, все верно. Перепутал. Ну да ладно. Так, он меня заблокировал территорию. Ну да ладно, окей. Сколько пар конечностей у черепахи? 4. Фу, 2. Я перепутал. Конечностей 4, но пар 2. Невнимателен к вопросам. Вот, ребят, вот я еще раз говорю. Всегда внимательно читайте вопрос. Иначе вы не будете попадать в такие вот просаки, как я в них попадаю. Ну что ж. Слава богу, у нас сейчас одинаковый счет. Ну, вернее, это не есть хорошо, не есть отлично. Потому что красный сейчас начинает атаковать синего в одномоментно. Ну да ладно, какое оружие не используется в спортивном фехтовании? Палаш, конечно. Так, в этом году вышел фильм «Эффект бабочки». В 2006, по-моему. Он недавно вышел, относительно. Даже в 2004. Но я бы угадал, кстати. Если бы вместо него играл этот раунд. Ну ладно. Тонкацу — это блюдо какой кухни? Я бы сказал, японской. Да, верно. Вы тоже угадываете ответы. В каком году русская поэтесса не из России? Так, ну, 1900... Ага. Ежожочка. Так, окей. Какого грузоподъемного крана не бывает согласно нормативным документам? Домовой мостовой есть, башенный кран. Козло... Домового. А, домового нет. Да, верно. Козловый есть. Так, все. А вот теперь сейчас самое интересное. Синий побежден полностью. То есть у меня велика вероятность того, что я могу победить красного. Все же присутствует. Какой город находится не в Италии? Аскона. Да. Так, в 1945. Ну это надо знать, ребят. Это надо знать. Вот история, я еще раз повторяю, я ее никогда не любил, ни в школе, ни в институте. История для меня вообще... Какое женское имя можно привести как пятница? Пятница. Прасковья. Офигеть, как я это сделал? О, нет, нет. Вот у нас спросили, который час, вам сказали четверть десятого. А какой это с этими цифрами? 21, 20. 9-го, я букву СВ перепутал, вот я слепошара. Йоу, какой из этих хомо вымышленный. Homo erectus, Homo sapiens есть, Homo habilis, Homo superior, нет, конечно. Блин, вот вы сейчас не проиграете, не забудьте, сколько раз Стивен Хандрин. Ну, зачем его посмотреть, Рутри? Да зачем ты читы свои используешь, ежожечка? Ты зачем Тристана унижаешь? Как ты можешь? Как ты смеешь? Чьи-то слова не ходил в киношколу, я ходил в кино. Тарантино. Фух, так. Сейчас внимательно защищаем территорию, защищаем. В каком году вышла первая Центурия Нострадамуса? А, в 1566 году. Тысяча... Слава богу, ура. Я защитил себя. Ну что ж. Опять. Красный меня пытается убить. На раме какой картины есть надпись? Посещается всем великим завоевателям, прошедшим, настоящим и будущим. Так, АПФС войны. Величаги. Отлично. Так, ну что ж, теперь у нас получается... Я тебе... Так, ну тут, ребята, у меня нет иного выхода, кроме как отобрать. Так, твой автомобильный концерн начал свои изготовления... По-моему, швейных машинок. Да, верно. Так, дальше. По местным мире заметной дочке Аргентина. 8. Yes! Хорошо. Так, ну что же сейчас трахнем жестко данную выскочку, ежушечку. Кто подписал акт капитуляции Германии? Так. Блин, вот стыдно будет, если сейчас не отвечу на этот вопрос. Но не Жуков.
Я посчитал это слишком простым, ребята, вот в том-то и хрен-то. Ну, Жуков, это слишком уж просто. Это все. В каком слове на месте пропуска не пишется буква А? Контрабас. Да. Так, вот сейчас внимательно, ребята. МД плюс С. 500. Так, подожди, 1500. 1650. Спасся благодаря своему вниманию. Ну что ж, ребята, это снова был золотой гол в пустые ворота и в пустые сознания от Тристана к Ежожечке. Ну что же, дорогие друзья, это было жарко, и это было очень и очень душная каточка. Всем большое спасибо за просмотр. Это был первый выпуск месяца игры Тривиада Раша. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, а также пишите в комментариях обзор на какие бы игры хотели бы меня увидеть. Всем большое спасибо. Будьте здоровы, будьте счастливы. Не болейте. Всего доброго. Увидимся. Пока.